Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие телезрители телеканала Шоп-н-Шоу. Я напоминаю вам, что вы смотрите вашу любимую рубрику «Кухня», и сегодня с вами я, Саша, и наш эксперт в области кулинарии, член Всемирной ассоциации кулинаров Алла. Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, Саша. Здравствуйте, Алла. Алла, вот я хотела сказать, что я обожаю готовить на самом деле, но, честно говоря, мне больше нравится творческая составляющая готовки. А что касается технической ее части, нарезки, мне не очень нравится, и я думаю, что со мной согласится любая хозяйка. Конечно, рутинная работа на кухне совсем никому никогда не приносила удовольствия, да. Особенно если у вас нету овощерезки. Итак, дорогие друзья, сегодня мы представляем вашему вниманию овощерезку немецкого завода Бернер. Она представлена у нас в уникальной комплектации. Это основной нож, три насадки, плододержатель для того, чтобы ваши руки всегда оставались целыми, то есть для абсолютной безопасности, а также вот такая уникальная вещь, как подставка-бокс для хранения острых ножей. Ну что же, покажем нашим зрителям, что Конечно. Она делает. Вспомните, пожалуйста, что вы больше всего не любите резать на кухне? Наверное, лук, потому что это всегда слезы и руки пахнут луком. Да, вы не одиноки с этой проблемой, и, конечно же, немецкий завод Бернер предусмотрел, чтобы и руки ваши были целы, и лук был изумительно порезан. Так. Вот таким вот равномерным движением вверх-вниз мы делаем аккуратную, изумительную, тоненькую нарезочку. Вот ой, как здорово, как ровно, как тонко, как красиво. Чем еще, с какими трудностями встречаются у нас хозяйки на кухне? Ну, например, порезать баклажан. Вот мое любимое блюдо – это рулетики из баклажана, но в ресторане, к сожалению, они очень дорогие. Так. А сделать дома самим такие рулетики, ну, я вот не знаю, как, например. Как не знать? Если у вас есть овощерезка, вы опять просто равномерным движением сверху вниз, вот так вот. Кстати, она совершенно не скользит, видимо, за счет того, что здесь, я вот вижу, прорезиненное Абсолютно. Основание. Однозначно, там есть резиновые ножки. И вот... Ну вот, осталось завернуть сюда, например, мягкий сыр с зеленью, запечь, и вы получаете ароматное, вкуснейшее блюдо, за которое в ресторане вы заплатили бы огромные деньги. Наши лезвия не нуждаются ни в какой заточке. Срок службы ножей – это переработка 3 тонн овощей. На каждом нашем лезвии написано «Германия», «Бернер». То есть это гарантия качества, да? Абсолютно однозначно. Традиционно проблемная нарезка капусты превращается в любимую работу. Огромные горы капусты, которые для щей. Можно целый чан щей сварить, например. Или, скажем, заквасить. Посмотрите, как ровно получилось. Как ровно, как тоненько. Мне интересен такой момент. Можно ли все-таки на этой овощерезке что-то еще порезать, кроме овощей? Овощерезка, конечно, называется как прибор для нарезки овощей. Но если вы попробуете порезать на ней хлеб, у вас все получится. Мы поставили на толстую сторону сейчас нашу овощерезку, и равномерным движением наши изумительные, качественные ножи делают вот такую вот нарезочку. К приходу гостей можно вот таким образом нарезать целую тарелку бутербродиков. И теперь попробуем порезать и колбасу, и сыр. Нам же нужно сделать полноценный бутерброд. Да. Переворачиваем вставочку на тоненькую сторону и равномерным движением. Вот, точно я прямо сейчас сервирую стол. Опа, надо уже опа, к нам опа. Гостей в студию звать, я считаю. Да. Кто-то же должен кушать наши супераппетитные бутербродики. Давайте попробуем сыр. Да. Так вот, длинный, аккуратный. Как тонко. Ну вот на самом деле так только профессионалы в ресторане, мне кажется, изумительно могут резать. Алла. Ну, с первой насадкой я поняла. Давайте перейдем ко второй. Покажите, пожалуйста, что умеет она. У нас есть вставочка, где расстояние между ножами 7 миллиметров. И таким образом у нас здесь будет нарезочка, где будут равномерные такие брусочки 7-миллиметровые. Очень часто это нужно, конечно же, для того, чтобы пожарить картошку. Жареная картошка, как я ее люблю. И, по-моему, все мужчины в восторге от жареной картошки. Но нарезать картошку фри, нарезать самим, то сделать аккуратно вот такую соломку самим просто невозможно. Возможно. Как быстро, расстояние как между ножами у вас 7 миллиметров, и у вас будет абсолютно идеальная 7-миллиметровая соломка. У вас не будет одна пригорать, одна не дожариваться. Она вся будет вот такая. И посмотрите, какая скорость. Опа. За считанные секунды можно нарезать ведро картошки. До конца. Прошу прощения, обратите внимание, пожалуйста, до конца, абсолютно целиком мы порезали всю картошку. Без овощерезки просто беда. Давайте я вам предложу порезать огурчик кубиками. Ну, вот такая вот тоненькая, аккуратная.
аккуратная нарезочка. И посмотрите, опять же, какая скорость, какой результат. То есть вот на этой терке можно, в принципе, нарезать и для супа, да? Мы можем, конечно, кубиками порезать абсолютно любой продукт и в салат, и в суп. Позвольте вам показать еще одно чудо. Вставочку, где расстояние между ножами 3,5 мм. А, это наша третья насадка, да? Она будет резать все в два раза тоньше, чем то, что мы делали сейчас. Изумительные тоненькие салатики. Мы и порезать можем сразу на тарелку, вот так, да? Тем более за счет наших вот этих прорезиненных как раз кончиков. Может, у нас ничего получается, не скользит. Да, получается, что у нас ничего не скользит. Так, мы с вами порезали сейчас огурчик. Сейчас мы порежем сюда же редисочку. Что мне нравится все-таки, это то, что можно сразу несколько редисок надевать. Да, это скорость. Это великолепный результат мгновенно. Мы никогда в жизни не сделаем так быстро дома салат. Единственное, я, честно говоря, немножко запуталась. Вы так много всего показали, что я немного запуталась в рецептах. Не мудрено. Овощерезка делает 12 видов нарезки, да, и с разными продуктами все получается по-разному. И именно для этого завод, он хоть и немецкий, но сделал нам инструкцию на русском языке с картинками, очень подробную, со всей информацией, со всеми рецептами. Однозначно это будет в вашем комплекте. Ну, хорошему покупателю всегда хочется добавить хороший подарок. Это правда, дорогие друзья. И он у нас есть. Какой? Это вот такая изумительная овощечистка. 5 в 1. Это овощечистка-декоратор. Но самая простая функция – это чистка картошки. Здесь никаких сомнений нет в том, что это получится идеально. Вот этим кончиком, обратной стороной, тоненьким маленьким кончиком, мы можем аккуратненько выковыривать глазки. Кстати, не все, совсем далеко не все овощечистки имеют такую функцию. Как здорово. Провернули, почистили. Да, это очень удобно. Кроме того, у нас вот здесь есть вот такая вот петелька металлическая, с помощью которой мы можем снимать длинные бороздки. А если вы попадете этим плавающим лезвием по пальцу, то, как вы видите, ничего не происходит. Ничего не происходит, палец остается целым. Значит, даже детям можно ее дать? Несомненно, дети полюбят эту овощечистку. Классно, пусть помогает по дому. Правильно, а давайте вспомним, как домохозяйки раньше чистили морковку. Вы брали нож, скребли. Так и было. Так и было. Сейчас этой овощечисткой с необыкновенной скоростью в две стороны, под правую себе. И под левую руку. Для тех, кто работает любой рукой, вы можете делать это мгновенно. Вот такой результат. И кабачок, это же так важно летом. И горькая шкурка огурца. У вас, посмотрите, какая изумительная тонкая шкурка снимается. Давайте вернемся к вот этому вот колечку. Да. Значит, он у нас на картошке выполнял функцию для очистки этой самой картошки. Да. А теперь мы будем делать декоративные украшения из моркови. И это... что у нас получится? Вот угадайте, мы сделаем несколько таких длинных красивых бороздок. Одну секунду. Оп. Ух ты, какая красота! Ну просто как в сказке. Вот действительно, дети будут в восторге. Вот этим вот самым маленьким колечком мы можем научиться делать вот такие изумительные. Вот такие изумительные цветы. Похоже на пионы. У меня есть вот здесь вот начатый у нас кусочек редиски. И давайте я вам покажу, как это делается. Да, покажите, пожалуйста. Вот так вот, вверх-вниз. Раз, два. Вы прорезаете, ну, и просто возвращаете обратно. Прорезаете и возвращаете обратно. Потом вы кладете в холодную воду, и буквально в течение 10 минут ваш цветок открывается. У вас получается изумительная лилия. Красота. Что еще имеет наша овощечистка? Вот этот уголочек. Вот этот уголочек нам нужен для того, чтобы делать любимую всеми корзиночку. Из яйца, из огурца, из помидора, из яблока. Конечно, ножом надо очень аккуратно это делать, потому что равномерно как бы на определенную длину прорезать крайне сложно. С овощерезкой и с овощечисткой, учитывая, что это будет у вас в комплекте, у вас получится вот такие корзиночки. Какая красота! Теперь давайте вспомним о том, что у нас есть вот этот маленький пластмассовый ножичек. Этот ножичек очень-очень важен, когда вы чистите апельсин. Как вы это делаете обычно? Я обычно делаю при помощи ножа. И сок льется. Точно, да. Вокруг ну, давайте попробуем сделать это с помощью овощечистки. Вот этим самым цветочком мы вынимаем плодоножку. Теперь поворачиваем овощечистку и вот этим пластмассовым ножичком, рассчитанным на толщину шкурки апельсина, мы делаем аккуратные, равномерные как движения. Быстро. Теперь вот обратите внимание, вот этим вот острием
Угу. Не ногтями, не ножом, а все никакого той же овощечисткой. Никакого сока вокруг. Не льется. Все очень ровно. Быстро, просто. Дорогие телезрители, в наш комплект входит главный нож, 3 насадки. Вот такой вот уникальный бокс для хранения этих острых ножей на кухне, а также овощечистка в подарок. Я напоминаю вам, что она обладает не одной, а множеством функций. И все это, дорогие друзья, все это по цене шоп-н-шоу 1990 рублей. И немецкая гарантия, которая дает вам возможность работать без заточки ножей. 10 лет, 3 тонны овощей, это реально. Дорогие друзья, добавить здесь на самом деле нечего. Все, что нам сегодня Алла рассказала, а главное показала, посмотрите, какая гора вкусных, аппетитных продуктов. На самом деле, мне кажется, это вас гарантированно должно было убедить в том, что эта вещь именно та, которая 100% нужна вам на кухне. Поэтому звоните по телефону, который вы видите внизу своих экранов, заказывайте нашу замечательную овощерезку немецкого завода Бёрнер. А также можете заходить на наш сайт www.shop-n-show.ru, где вы сможете приобрести большое количество и других товаров. Мы не прощаемся с вами, не переключайтесь!